Уникальная площадка, на которую из года в год приезжают представители бизнеса из различных регионов страны. Вновь в усадьбе Гребнева состоялся бизнес-пикник. На этот раз он проходил в течение 3 дней в преддверии Петербургского международного экономического форума. Прибыл в усадьбу и глава округа Андрей Булгаков. Он пообщался с предпринимателями, осмотрел витрины представителей бизнеса, поприветствовал участников встречи и поздравил всех с Днем России. Это уже традиционное общероссийское мероприятие. Очень важно, что оно проходит в Щелково. С праздником! С Днем России! С 2019 года Андрей Ковалев, меценат, бизнесмен и владелец усадьбы Гребнева, проводит на территории архитектурно-паркового ансамбля одно из крупных событийных площадок региона масштабное мероприятие – съезд общероссийского движения предпринимателей, которое он возглавляет. И мы будем работать в России, чтобы сделать ее лучше, сделать ее краше. И я вам обещаю, что максимум через 4 года вся усадьба Гребнева будет восстановлена. Сейчас в России наступили, так сказать, наверное, самые главные времена за последние 30 лет. И во многом от того, что произойдет сейчас, будет зависеть наше будущее. Мы сейчас во всех форматах и на площадке Московской областной думы по поручению нашего председателя Игоря Брунцалова проводим регулярно совещания, на которых Андрей бывает, другие предприниматели. И практически каждую думу, каждое заседание мы принимаем какие-то льготы, преференции, снижаем налоги, снимаем административные барьеры и штрафы для того, чтобы бизнес успешно развивался. Попасть сюда, как признались сами участники мероприятия, будет полезно как уже состоявшемуся предпринимателю, так и тому, кто мечтает открыть свое дело. Обменяться опытом, обсудить важные темы, перспективы развития бизнеса, послушать выступления опытных и успешных предпринимателей, общественных деятелей и политиков. Именно такие возможности дает бизнес-пикник. С какими проблемами сталкиваются, как их решают. Естественно, необходимо объединяться, естественно, необходимо как бы помогать друг другу, тем более российские предприниматели. Это очень важно. И хороший пример сотрудничества щелковских предпринимателей с коллегами из соседних Фрязино и Лосино-Петровского. Предприятия и компании в курсе всех мер поддержки. Центр «Мой бизнес», который действует также на территории всех трех муниципальных образований, это в рамках национального проекта, который реализуется на сегодняшний день в Московской области, та услуга, которая позволяет бизнесу понимать, да, на какие меры, на какие преференции он может рассчитывать сегодня. Предпринимательство – движущая сила экономики. Более 15 тысяч компаний – это крупный, средний и малый бизнес – ведут свою деятельность на территории 3 муниципалитетов. Из них порядка 10 тысяч в Щелкове. Они готовы развиваться, идти в ногу со временем и совершенствовать свои производственные базы, повышать качество товаров и услуг, а значит, повышать качество жизни в стране. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.